Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами сегодня мукбанг. У меня такой быстрый, вообще скоренький мукбанг. Мои любимые макароны с сосисками. Всем, кто собирается есть, кушать. Приятного аппетита! Давайте это делать вместе. У меня 3 сосисочки, у меня огурчики свежие, даже салатник грязный. Огурчики мои бочковые, любимые. Сейчас пойду. Надо будет потом еще купить. Короче, я вся мокрая, жарко дома, пока я готовила вот это все. У меня есть ложка-вилка. Короче, макароны, у меня, как всегда, не просто макароны, а все в кучу намешала. У меня здесь, я обжарила лучок с болгарским перчиком. У меня был замороженный болгарский перчик. И с капусткой квашеной. Отварила макарошки. И потом это все перемешала. Это обалденно. Кто так любит? Почти удон, да? Только макароны надо было гречневые отварить. Соболи, или как они там называются. Как я люблю эти огурцы. Где у меня горчица? Обязательно горчица. Короче, вот так вот капуста мне это не зашла. А, я не помню, какая фирма. Там, знаете, наклейка под хохлому. Красная это с черным что-то. Ну, много у них видов этой капусты. Сосисончики. Ой, развалилось что-то. Давайте скорее. Она у меня была с хреном. Квашеная капуста с хреном. Хрен я вообще не почувствовала, конечно. Но вот так вот я в живом виде, как говорится, я ела. Сделала с маслом и с луком. Мне не очень понравилось. Она, во-первых, сильно соленая и сладкая одновременно. Короче, сладко-соленая. А вот так очень вкусно. В прошлом мукбанге я ее добавляла, я картошечку обжаривала в мундирах с ней. Вкусно. Голова чешется. Очень вкусно. Так, я все бегом-бегом. Мне нужно... Ой, не могу открыть. Сейчас кофтой попробую. Если смогу, открою. Если не смогу, буду есть без кетчупа. Давно просто не ела. Закрутила сильно. Куча дел. Куча дел. Надо бежать, бегом бежать. У меня еще вечером собрание в школе у Евы. Капец, я не знаю... Такие собрания, сейчас я вот с некоторыми разговариваю, так вообще все мероприятия отменяют. Школаха у нас нет, у нас собрание будет. Ладно бы там что-нибудь новое сказали на том собрании, но... Нет, ну это вот так-то, конечно, по итогам каждой четверти собрания я все понимаю, но... Сейчас же вот эти группы есть, можно все там обсудить. Как мы привыкли, да? Все по интернету. Кошмарики. Все через интернет, все по интернету. Ой, сейчас, наверное, будет мне... Ой-ой-ой. Ой! Сегодня Ева написала мне 13 человек в классе. Ну, не знаю, может, кто-то еще пришел.
Извиняюсь. Ой. Горчица злая, аж сопли мои пробились. К столу будет сказано. Хотела сделать макароны в сливочном соусе с чесночком, там, с сырком, сплавленным со сливками, но нет времени. Нет времени. В следующий раз это перчик. Сосиски я люблю, макароны я люблю. Хочу сказать спасибо всем, кто поздравил моего папу с днем рождения. Я обязательно все передам, буду звонить. Ну или он сам почитает комментарии, я обязательно скажу. Всем спасибо за добрые, хорошие пожелания. У меня самые клевые. Вот. Желаю всем самое главное здоровья. Самое главное здоровья, всем здоровья. Всех люблю, всех обнимаю, целую. Так, что прогноз погоды будем? Просто даже не знаю, выложу я сегодня это видео или нет. Но если не выложу сегодня, выложу завтра. Ну, сегодня, на момент, когда я снимаю. Так. Прогноз погоды от Яны. Конечно, как без песни. 13 декабря 2022 год. Так, Челябинск. Вторник. Время 14.42. Ой, уже 14.42. Так, давайте. Так. Погода вообще классная. Вы знаете, по градусам минус 9, ощущается как минус 13, но там настолько тепло, там нет вот этого ветра пронизывающего. Вообще солнце яркое, вот небо, сейчас смотрю, вот голубое, такое ясное, знаете, даже на весну чем-то похоже. Так что вот такая у нас погода. Закат в 16.24, все закатится. Ну и далее у нас, вот, допустим, завтра уже будет минус 14. Минус 13, ну на выходных более-менее, минус 5, минус 2, хорошая погодка, мне прям такая нравится. Ну, в общем, примерно вот такая погода у нас, хорошая на улице. Ой, какая горчица! Так что, если я вдруг сегодня не выложу видосик, я постараюсь. Сегодня очень быстро, очень вкусно. Я наелась. Бочковые вообще. Моя любовь. С картошечкой, с рыбкой. Да? Селёдочка или со скумбрией, что-нибудь такое. Моя елочка стоит. Я вот думаю поменять ракурс. Может быть, пересесть напротив елки снимать. Ну, не знаю. Посмотрим. Mm.
Так все, друзья мои, я наелась. Еще раз прошу прощения, что очень быстро, но правда, сегодня мне день суетной. Надо мне дела успеть сделать, еще потом собрание и т.д. и т.п. Короче, все, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Нажимайте на колокольчик под видео, кто на ютубе меня смотрит. Также приходите на мой дзен-канал, если в случае, не дай бог, что-то там с ютубом случится, ну мало ли, всякое может быть. Приходите на дзен, еще я на рутуб начала свои видосики грузить. Не очень мне нравится рутуб на самом деле, ну как есть. Все, на этом все, всем приятного аппетита, приятного просмотра, прекрасной погоды, всем пока-пока.